Да, это, конечно, дипа. Это удаление. Штраф надо уметь проигрывать. Фламини оттаскивает Гаттузо. Надо было играть в футбол и решать двух матчей. Составом мы перейдем чуть позже. С Интером. Хет-трик Гаррета Бейла. Но по независимости четверки на Сарайна сказал, я надеюсь, мои работодатели не фирма Кари Редма. Теперь его слышат регулярно, потому что благодаря мне тут меньше. И забить гол. Потому что гол тут уже прямо здесь. На Сан-Сиро России. По понятным причинам было длительное время, довольно специфическое. Однару, по сути, пришлось набирать Максимилиано Аллегри состав на этом. Но Миланец, он родился в этом городе. И вот, ворота Гомес, а в запасе Карло судит детскую юношескую систему именно команды. Галан, 13 номер, 2 номер, Асурский номер, Вандер Варт, 7 Леон, 40-й номер. В воротах круг. Матча ждать не приходится. Но что делать? Правила УЕФА есть правила УЕФА. С ними нужно считаться и об этих правилах. Естественно, все зло правильно. Проиграть 1-2 лучше, чем 0-1. Прочно освоившийся на месте левого защитника. Если только Фонтейн получил удар. Или просто без опыта смотрим, что здесь было. Есть собака на совете, что-то случилось. Магазин остался. Но почему-то около головы. Должны выдержать. Да, скорее всего, просто. О, как качает там. Вроде бы стыка даже не было какого-то такого особенного. Но возраст. Ну что ж, Амелин получает шанс проявить себя. У Милана вынужденная замена. Продолжайте разжимать свою пружину. И впереди такой игрок, как Ибрагимович. Судья был в хорошей позиции. Видимо, он посчитал. Он подставлялся. Видение футбола. Реднов. Ну, там можно было, наверное, свести. Сандро как раз не могут помочь в отборе. А Паласиус и Сандро как пятничный забил. Вот такой. Сандро готов. Мяч под удар. Там так Вандервар расстроился, так просил передачу. Антонини скидка в сторону Ибрагимовича. Но это голову, чтоб знал. Здесь тоже локтями играть Соусона Ибрагимович. Контр. Это больно, но Доусон, собственно, что? 5-я минута. Посмотрим. Первого тайма. Ну и мне кажется, Милан тоже понимает, что не пропустит. Дальше разжимать опытнейший Милан. Смотрим, проблемы с выходом из обороны в атаку. Досуну, который держал его за путь Рубиньо. Рубиньо просит желтый. Сняется на английском языке с Краучем. Гаттузо играл в Тоттенхэм. Не может зацепиться за мяч на чужой половине поля. Гаттузо. Тоттенхэма нет. Точная передача вперед. Здесь уже Абата накрывает. Казалось, что поровну. Но ни одного по-настоящему. За последние 10 минут Милан выровнял игру, а там двинул ее Соля. В середине даже чуть дальше. Тех, кто вновил его Крауч. Но мяч еще у Тоттенхэма. Поставил локоть. Сейчас посмотрим, в каких как. Пяткой не получается. Игра Гаттузо. Очередной подкат. Здесь и Флами заточится вот так за счет меткого паса. Ибрагимович, ух, какой молочек, Паласиус. Паласиус. Паласиус сыграл просто здорово. Идеальный игрок в итальянскую команду. Вот какой классный удар нанес Вандервар. И как бы тирана, если он собирается далеко пройти в этой лиге чемпионов, не будет. Кассано не сумеет. 13-й голландский.
желтой карточкой. Арбитру. Прямого. Почти 80 тысяч. Рейнольд. А, здесь Гатуз ударил в лицо. Помочь. Но там не была травма. Чёрт, попросил бы врачей. Полметра. Мяч еще в штрафной площадь. Меньшинстве играет Тоттенхэм. Задача. Тем не менее, возвращает он мяч. Неудачно сыграл Абате, но тут Бату начал толкаться. Толкался не по правилам. Даже не выигрыш, а в сторону Крауча, который на всякий случай получает от Гатуза. Сотни Гатуза, потому что это Лига чемпионов. Опа! Ну как, что же он бомбал?